Мисс Пендергаст, прибавьте жару. Я здесь замерзаю. И дайте мне отчет о наших исследованиях по суперзамораживанию. Да, мистер Зеро. Почему я должен был заняться бизнесом по замораживанию? Это компания Zero Chemical and Refrigeration Company. Да, мэм. Чем я могу вам помочь? Насколько я понимаю, люди здесь часто простужаются. Не возражаете, если я измерю вам температуру? Вовсе нет. Боже мой, вы просто горите в лихорадке. Хорошо, что я знаю, как снизить вашу температуру. До абсолютного нуля. Воздушный человек, откройте ворота. Не надо мной командовать. Я открою ворота, потому что я этого хочу. Поехали. Что вы здесь делаете? Мы просто зашли сюда, чтобы укрыться от грозы. Никакой грозы нет. Теперь она есть. Спасибо вам, мисс Пендергаст. Вам не положено здесь находиться. Стража. Боюсь, у него простуда, и он не сможет вам помочь. Чего вы от меня хотите? Мы просто наблюдаем за вашей новой технологией суперзамораживания. Но это невозможно. Ой, я думаю, вы дадите нам то, что мы хотим, мистер Зеро. Если только вы не предпочитаете, чтобы мы превратили вас в ведерко с кубиками льда. Очень хорошо. Я сделаю все, что вы скажете. Это ледяной человек, доктор Уайли. Мистер Зеро согласился с нашими требованиями. Хорошо. Встретимся на месте встречи через 15 минут. Мегамин, я хотел бы познакомить вас с Бобби, Рамоном и Джанет. Это те самые особенные студенты, о которых я вам рассказывал. Привет! Это не лучший способ выразить свою признательность. Мы здесь не для того, чтобы создавать проблемы. Мы вызвались помочь вам троим стать лучшими студентами и гражданами. Самое меньшее, что вы могли бы сделать, это попытаться. Что вы знаете о наших проблемах? Да, чувак, вы просто роботы. Вам не обязательно иметь дело с жизнью. Все, что вы делаете, запрограммировано заранее. Что стоит на первом месте в нашей повестке дня, Роу? Директор школы предложила нам помочь общине, посадив несколько деревьев. Звучит круто. Тогда, может быть, мы сможем перевести нескольких пожилых дам на другую сторону улицы. Эй, почему бы нам не зайти в Electric Pizza и не потанцевать? Конечно, конечно. После того, как мы посадим несколько деревьев. Это доктор Лейки. Вы мега-мужчина? Ящик Уайли был замечен в холодильной компании Zero. Я уже в пути. Нам придется отложить посадку деревьев в другой раз. Ну и дела, я так разочарован. Подождите. Остальные должны прибыть с минуты на минуту. Вот они уже здесь. Закройте впускные отверстия. Правильно. Начинайте откачивать воздух. Как скажете, мороженое. Этот блендер вмещает 10 миллионов галлонов жидкого азота. А благодаря формуле суперзамораживания, разработанной мистером Сира, доктор Уайли сделает меня самым крутым парнем в мире. Это потрясающие трассы. Уайли и его роботы атакуют холодильную установку Zero. Действуйте! Не спускайте глаз с этих детей. Но мега за кого он меня принимает, за няню? Раш, присмотри за этими детьми. Ну же, ребята, давайте проверим это место.
Извините, что прерываю ваше маленькое преступление, но вы попались. Это ты так думаешь, мега-слабак. Это рок-н-ролл, мега-человек. Ты действительно куришь, чувак? Чего ты хочешь, сестренка? Я одна из ваших самых больших поклонниц, летчик. Вот и все. А я еще больше твой поклонник, малыш. А теперь подуй. Перестань валять дурака. Ты мне мешаешь. А теперь перевернитесь, песик. О, позвольте мне помочь вам. Забудь о Мегамине. Просто закругляйся там внизу и давай двигаться дальше. Она полна. Поехали. Не так быстро, ребята. Этот старикан ушел, Мегамен. Эй, у меня замерзли ноги. Я починю твою синюю задницу. А нет. Мегамен сразу же вернется после получения этих сообщений. Давайте убираться отсюда, доктор Уайли, прямо сейчас. Смелее. Держите их повыше. Сегодня у меня не самый удачный день. С вами все в порядке? Да, но не из-за них. Это не какая-то видеоигра, в которую вы играете. Эти боты настроены серьезно. Это не наша проблема. Да, мы получаем за это школьные баллы, независимо от того, выиграете вы или проиграете. У этих детей плохое отношение к жизни. Расскажите мне об этом подробнее. Раш, давайте поторопимся. Мы должны остановить Уайли. Я надеюсь, что могу быть уверен в том, что вы вернетесь в школу. Да, конечно. Все на выход. Добро пожаловать на полярную ледяную шапку, милые роботы. Пришло время воплотить в жизнь мой самый грандиозный план. Мой друг дрожит от холода. Он прямо здесь. Все в порядке, мистер. Сэр, мы привезли с собой ваше лабораторное оборудование. Пришло время протестировать вашу технологию суперзамораживания. А что, если я откажусь? Тогда мы сделаем из вас фруктовое мороженое. Пойдемте. Я начну прямо сейчас. Это работает, но зачем вам понадобилось делать лед на Северном полюсе? О, я не просто делаю лед, мистер Сэр. С помощью вашей технологии суперзамораживания и вентилятора Airman Tornado я собираюсь начать новый ледниковый период. Ну что же, заморозьте величайшие города мира, изгоните их лидеров и замените их моими собственными роботами. Вы с ума сошли? Нет, я счастлив. Я рад, что вы смогли мне помочь. Летчики, приступайте к процессу. Таков мой план. Я сделаю это.
Объясните, почему мне так сказали? Не распространяйте свой горячий воздух где-нибудь в другом месте. Ваша волна слишком медленная. Я могу увеличить скорость вдвое, чтобы достичь ледника. Отличная работа. Я создал новый ледник. Это несправедливо, доктор Уайли. Предполагалось, что я создам ледник, а не лицо Вейра. Ну-ка, я не трачу время на пререкания. У нас есть дела поважнее. Мега, посмотри. Это ледник. Уайли использует жидкий азот в качестве топлива. Подождите. Это Мегамин. Я остановлю его. Не беспокойтесь. Давайте посмотрим, как он попытается остановить 10 миллиардов тонн льда. Помогите с эвакуацией. Я попробую остановить ледник. Вы правы. Вы можете использовать немного энергии плазмы, только слегка прикоснитесь. Мега. Его схватили ледники. Мой младший брат — кубик льда. Спасибо вам большое за то, что он спас город. А теперь забудьте о Мегамине. У нас есть более важные цели. Вот и он. Мы должны вытащить его отсюда, Раш. Будьте осторожны, хорошо? Извините. Отличная попытка, Раш. У меня замерзают электрические цепи. Как долго я там пробыл? Примерно через полчаса. Мы никак не сможем остановить это без помощи доктора Лайта. Нам нужно вернуться в лабораторию. Поторопитесь. Включаем режим ракета. Да. Я сделаю все, что в моих силах, Мега, но остановить ледник будет нелегко. Если мы вообще сможем это сделать. Мы должны это сделать. Доктор Лайт, это робот гражданской обороны. Ледники на границе города. Мы эвакуируем людей. Он вмерз в ледник. Для всех городских чиновников это не так уж и много времени. Я заменю весь персонал своими собственными роботами. Вы должны эвакуироваться вместе с гражданскими лицами и передать управление городом мне. Следите за новостями. Мы сразу же вернемся после получения этих сообщений. Теперь мы возвращаемся к Мегамену. Я сказал, спуститесь вниз и убедитесь, что мой коллега доктор Лайт не собирается нам мешать. Мы так и сделаем. Так что дуть будет не сильно. В чем проблема, о, чувак? Взгляните. Наша средняя школа была заморожена. Давайте покончим с этим, пока оно не добралось до нас. Это бесполезно. Нет такого химического соединения, которое могло бы испарить лед. Это мега-мужчина. Мы рады вас видеть. Там, снаружи, огромная ледяная стена. Вы были правы, мега-человек. То, что вытворяют эти плохие боты, не повод для смеха. Да, и мы увидели ледяного человека, который направлялся в нашу сторону, вероятно, чтобы превратить нас в кубики льда. Если бы у меня был еще один шанс, я бы заморозил этого ледяного человека прямо на месте. Подождите. Может быть, нам удастся заморозить ледяного человека прямо на месте? Мне кажется, я знаю, как остановить ледник. Вот он идет.
Это хорошо, что у доктора Лайта все под контролем. Подождите. А что это за история с доктором Лайтом, у которого все под контролем? Я не понимаю, о чем ты говоришь, чувак. Нет. Ну что же, может быть что-нибудь холодное освежит твою память, а следующее по-настоящему охладит тебя. О, хорошо, хорошо. Не замораживайте население. Мы вам все расскажем. Доктор Лайт разрабатывает шпионскую камеру. Он собирается направить ее на дирижабль Уайли и найти его слабое место. Мы еще посмотрим. Сварочный лазер. Все готово. А теперь у вас все супер. Уходи. Сейчас я тебя прикончу. Это Мега. Ха! Я поймал синего придурка. Он разрядился, как батарейка от старого фонарика. Все в порядке, поднимите руки вверх. Я должен сообщить Уайли хорошие новости. Айсмен вызывает доктора Уайли. Это Уайли. Продолжайте. Я уничтожил мега-человека. Отличная работа. Обезопасьте лабораторию и возвращайтесь на дирижабль. Уайли вышел. Вы что-то забыли, Уайли? Он вас не слышит. Это изображение с моей шпионской камеры в пипе. Он, должно быть, добрался до дирижабля Уайли. Я беспокоюсь за Айсмена. Теперь, когда он уничтожил Мегу, он стал слишком могущественным. Да, вы правы, летчик. Его нужно остановить. Я знал об этом, когда он планировал заменить меня летчиком. Но я не позволю ему этого с вашей помощью. Я остановлю его. С ними покончено. Вы уверены, что знаете, что делаете? Еще бы! Отойдите в сторону. Ледяные роботы оживают. Приготовьтесь атаковать доктора Уайли в его коварных ботах. Давайте выдвигаться. Как все прошло, синий чувак? Он попал прямо в нашу ловушку. Да, Пеппи никогда не летала на дирижабле доктора Уайли. А эти резиновые копии Уайли и летчика, которые я сделал, полностью одурачили Айсмена. Теперь Айсмен перестанет накручивать на нас плохих ботов. Да, чувак, классный план. Я надеюсь, что это сработает. Я не собираюсь оставлять это на волю случая. Я хочу убедиться, что это сработает. Отличная работа, Айсмен. У меня есть для вас бонус за уничтожение Мегамини. Еще у меня есть бонус для вас за то, что вы думаете, что можете избавиться от меня. Что именно? Ледяные роботы атакуют. Он сошел с ума. Мы позаботимся о нем. Я превращу вас в колотый лед. Мне всегда нравились ледяные скульптуры. Значит, вы думали, что сможете заморозить меня и убрать с картинки, не так ли? Ну что же, теперь я король айсберга. Вот что вы думаете, Айсмен. Мегачеловек, но вы мертвы. Для меня это новость. Никто меня не обманывает. Уничтожьте Мегамини. Попытайтесь выбраться из этой передряги, Мега. О, вы имеете в виду вот так? Ледяные пятна. Это перехват команды. Позовите ледяного человека. Нет, остановитесь. Это становится просто невыносимо. Только не я. Привет, это суперзамороженный Мегамен. Пока, да, чувак. Я ухожу отсюда. Извините, что помешал вашему путешествию.
Один человек, помогите мне. У него мой замораживающий луч. Я помогу вам обоим добраться до трамплина. Быстрее! Рад, что вы смогли заглянуть. С этим должно быть все в порядке. Нет, только не со мной. Будьте хладнокровны, ледяной человек. Вы можете разложить это по тарелкам. А теперь возьмите это. Это всего лишь временная неудача, Мегамин. Я скоро вернусь. Что мы собираемся делать с ледником? Не беспокойтесь об этом. Жидкость и азот испаряются, если их не охлаждать. Похоже, мы все-таки сорвали планы Уайли. Спасибо за вашу помощь, дети. Спасибо вам за то, что остановили Уайли и его плохих ботов. Да, в любое время, когда вам понадобится наша помощь, просто позвоните нам, чувак. Я обязательно это сделаю, чувак. Это Мега-Мега. Я сейчас вернусь. У меня есть сообщение.